Всем привет! С вами снова Аня Кантария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня мы снова будем говорить про аудитории. В простых понятиях о работе с этой графой мы разбирались в четвертом уроке. Сейчас мы переходим на уровень про. Будьте готовы! Задавать аудитории можно прямо при создании рекламной кампании, а также в специальном разделе. Об этом мы говорили в прошлом уроке. Мы пойдем в аудитории. Напоминаю, что из панели «Все инструменты» мы выбираем этот пункт, затем нажимаем «Создать аудиторию», и в этот раз мы будем работать с сохраненной аудиторией. Мы создадим сегодня две аудитории, с которыми будем работать дальше. Для полноценного запуска эффективной рекламы вам надо собирать 2-3 пользовательские и иметь эти две универсальные аудитории из сохраненных. Начнем мы с условно узкой аудитории. Для того, чтобы проанализировать целевого посетителя для фонда «Хрупкие люди», я обращаюсь в раздел «Статистика». Здесь я выбираю раздел «Аудитория». Это простой анализ людей, которые уже взаимодействовали с аккаунтами фонда. Отсюда мы видим, что большинство посетителей – это женщины от 25 до 54 лет. Первая зацепка есть. Идем дальше. Изучаем географию. У нас это Питер и Москва. Мы могли бы взять регионы, но это будет малоэффективно и дорого конкретно в этом случае, потому что мы видим, что процентное соотношение у нас совсем небольшое. Затем мы возвращаемся в аудиторию и нажимаем «Создать». Пользовательская аудитория, дальше выбираем сохраненную аудиторию и придумываем название. Про название. Я за порядок в кабинете, поэтому называйте и объявление, и аудитории, и все-все-все. Потом скажете себе спасибо. Тут есть кнопка «Исключить». Хорошо работает, например, когда нам нужна только новая аудитория, и мы исключаем собственных подписчиков. Сейчас нам это не нужно, мы вбиваем возраст и геопозицию, которая нам нужна. Я беру эти данные из статистики, это 25-54, и локацию я ставлю Москва. Дальше есть детальный таргетинг, это то, что нам интересно. Мы берем все интересы, которые могут подойти под нашу аудиторию. Я возьму все пункты, которые связаны с благотворительностью, а также добавлю все, что связано с интересом «Дети» и, например, классическая музыка и театры. Для чего? Мне кажется, что это может входить в интерес потенциальной аудитории. Дальше мы сохраняем аудиторию. А теперь переходим к разделу «Магия и колдовство» и создаем аудиторию, заполняя параметры «Возраст» и «Геопозиция». Facebook нас всегда пугает большими цифрами и стоимостями клика, но что произойдет на самом деле? Big Data проанализирует сама, кому интересна эта реклама, и будет показывать ее нужным людям, а не всем подряд. Из минусов может быть дорогой клик и непредсказуемый результат. Кому это нужно? Тем, у кого не собрана пользовательская аудитория, как сейчас в аккаунте «Хрупкие». Итак, у нас уже есть 3 аудитории, а это уже большая часть успеха. Итак, мы создали все необходимые для нас аудитории. Это люди, которые взаимодействовали с аккаунтами, и потенциальные новые пользователи. В принципе, ближайшие полгода с такими сохраненными настройками можно работать без таргетолога, потому что основные интересующие нас данные уже сохранены в кабинете. Спустя месяц после запуска рекламной кампании я рекомендую заходить в статистику и делать новые гипотезы, потому что аудитория будет меняться.